Всем доброго дня и отличного настроения. В чем вы храните дома чай? Если это листовая заварка, то, наверное, в жестяной или стеклянной банке. А пакетики? Скорее, в той же картонной коробочке, в которой они продавались. А вот к вам пришли гости, вы накрыли стол. Если вы завариваете листовой чай, то с этим все понятно. Он будет в красивом чайнике. А как поставить на стол картонную коробочку с пакетиками? Думаю, что это не очень красиво. И мы ведь многие даже не ставим ее на стол, а просто даем гостям пакетики, и они заваривают чай. А как удивить гостей? Как порадовать себя? Как сделать чаепитие интересным и необычным? Да очень просто. Для этого и придумали чайные домики, которые можно задекорировать разными способами. Вот сегодня мы с вами будем делать такой замечательный чайный домик. Сделан он из картона, оклеен он скраб-бумагой, заборчик сделан из картона, здесь крыша тоже из картона. Здесь вот открывается так вот крыша с одной стороны, там чайные пакетики, здесь конфетки, достаем пакетик. Пьем чай. И смотрите, как уже красиво накрыт стол. Необычный красивый домик украсит любую кухню. Ну, давайте приступим к изготовлению такого домика. Надо вырезать вот такие детали. Вот это вот боковая часть домика. Таких деталей надо вырезать две, размером 13 на 8,5. Вот две детальки такие я вырезала из гофрокартона. 8,5 на 13. Таких деталей. Это вот передняя часть. Смотрите, размеры такие. Вот такая деталька вырезана у меня. Смотрите, размер. Окошко. Это окно 4 на 4 размером. Вся вот высота получается 20. Здесь 7, 13, значит 20. Ширина 8,5. Это передняя часть. И задняя часть еще нужно вырезать. Точно такая же деталь, только без окна. И вот здесь выемка, чтобы пакетики у нас отсюда можно было взять. Еще надо вырезать такие же детали из скраб-бумаги. Вот это вот у меня боковые. Две детальки. Это вот передняя деталь. И это задняя. Так, передняя вот так. Передняя вот так у меня будет. Это задняя. Теперь надо приклеить. Сначала мы будем приклеивать. Картон склеивать. Все детальки склеим с помощью клея горячего. Вот так. Сначала я приклеиваю боковые детали передней части. Вот я приклеила боковые к передней. Заднюю пока не будем приклеивать. Вот эту вот арочку надо вырезать такую, чтобы убрался пакетик чая. Так, я ее на глаз вырезала вот так. Смотрите, пакетик чая здесь можно было взять. Так. Теперь мы с помощью малярного скотча вот здесь вот зафиксируем вот эти вот стороны, вот здесь вот, где соединяются две стороны, мы их малярным скотчем сейчас зафиксируем, чтобы было попрочнее.
помощью линейки приклеим. Скотч у меня такой широкий. Лишний сейчас я отрежу. Вот лишний можно просто отрезать с этой сторонки. Теперь, чтобы с внутренней стороны было красиво, можно оклеить просто вот белой бумагой или картон взять какой-то. И вот так вот эти сторонки оклеить. Я приклею здесь при помощи вот клей-момент. Не буду я горячим клеить здесь. Вот эти боковые внутренние также оклеиваем белой бумагой. Заднюю часть мы сначала оклеиваем бумагой внутренней стороны, а потом приклеиваем сюда. Приклеиваем заднюю стенку. Ладно, с одной стороны. Теперь сейчас я здесь приклею. На боковую часть, вот с этой стороны, с лицевой, вот эти вот швы я сначала оклею малярным скотчем, так как внутри с этой стороны я не склеила, неудобно было. Сейчас вот с этой стороны их просто проклею. Чтобы было прочно, для прочности. И с этой стороны также. Теперь тоже из скраб-бумаги я вырезала вот такую полоску. Я скажу размер какой. Делайте такой примерно 15 на 3, 3,2. Так примерно. И надо загнуть вот так вот с одного края, так с другого. И с боков загнуть вот так, чтобы была длина 8,5. Вот так, чтобы как раз убиралась на бок. Мы ее сейчас вот склеим. То, что вот я загнула, вот это надо все приклеить. Сначала длинные боковые. Так, приклеиваем. И вот эти боковые, короткие. Приклеили. Теперь нужно ее сложить вот так пополам. Таких деталей надо вырезать 4 и приклеить их вот сюда. Вот так вот. Вот эти стороны заклеить.
На окно с обратной стороны я хочу приклеить вроде стекла. Вот такая у меня есть пленочка. Ее можно взять из какой-то вот папки. Вот такая у меня папка. Она такая плотненькая. Вот из нее можно вырезать и сделать стекло. Или же еще вот коробки бывают. Вот здесь такая тоже пленка. Игрушки детские продаются, посуда какая-то. Вот такая пленка. Можно тоже использовать. Ее снять и тоже приклеить. Вот я нанесла клей момент. Можно было приклеить, пока заднюю часть не приклеили стекло. Теперь вот стекло приклеиваю. Так накладываю. Прижимаю. Еще я приклею кусочек кружева сзади. Как занавесочка будет. Так. Вот такое окошечко получилось симпатичное. Теперь надо все цветные детальки, вот эти, всю скраб-бумагу, приклеить на наш домик. На все части. Переднюю часть приклеиваем. Старайтесь краешки хорошо приклеивать. Так, оклеили мы. На окно из белого картона я вырезала вот такую раму. Будем приклеивать так на окно. Чтобы ее удобно было вырезать, я сначала на тетрадном вот листе в клеточку вырезала. Вот так вот. А потом на картон. Приклеим к окну. Вот рама приклеена. Смотрите, какое красивое окошечко получилось. Теперь нам надо сделать крышу. Надо вырезать две детали из картона вот с такими размерами. 9 на 12. Две детальки. Теперь мы их между собой малярным скотчем склеиваем. Так я приклеила, чтобы крыша вот так у нас гнулась. Сгибалась. Так она будет. Теперь вот с обратной стороны, с внутренней, нужно приклеить сюда, просто оклеить белой бумагой. Я оклею, чтобы было красиво, и с внутренней стороны тоже. Вырезать надо вот такие детали из картона, вот с такими размерами. 2 на 3. Это будет черепица для крыши. Вот я вырезала таких деталек. Так, у меня 78 штук. Сейчас посмотрим, сколько у нас выйдет на крыше. Будем приклеивать. Первый ряд я приклеила. У меня 6 деталей. Теперь будем приклеивать второй ряд. Вот так. В шахматном порядке. Второй ряд. 5 деталей. Заходя немного друг на друга. Вот третий ряд.
Снова 6. И так будем чередовать. 6, 5, 6, 5, 6, 5. Первую деталь пока не сделаем. Вот одна половинка крыши оклеена. Получилось 7 рядов. Всего 39 этих деталек здесь. Теперь делаем также вторую часть крыши. Все, крыша готова. Посмотрите. Теперь я ее буду приклеивать на домик. Но приклею я ее только вот с одной стороны, чтобы эта сторона у нас открывалась, чтобы туда можно было ложить пакетики. Крыша приклеена, с этой стороны будет открываться. Теперь еще я вот здесь приклею вот такие узорчики с этой стороны на крышу, вот так и с этой. Так. Теперь надо вырезать детали с картона вот такого размера. 10 на 22. И оклеить эту деталь бумагой. На нее мы будем приклеивать домик. Так, с краешку. Здесь приклеиваем. Из толстого картона вырезаем вот такие детали. Это будет заборчик. Вот с такими размерами. 2 на 7,5. Я взяла несколько слоев, склеила картона, чтобы был толстым. Можно использовать палочки от мороженого. У меня таких не казалось, а я вот картон склеила. Он такой плотненький получился. Нужно сделать заборчик. Вот сначала 5 досок. Это будет вперед. Приклеим вот сюда, к домику. 5 досочек приклеиваем вот на такие тоже полоски. Будем приклеивать. Таким образом, 2 полоски на них ложим. Доски вот так. Будем приклеивать. Здесь у меня спереди будет 5, сзади тоже 5. Потом лишнее отрежу. А вот с этого бока здесь будет 4. Здесь я приклеила забор из 5 досок спереди и сзади. А сбоку у меня получилось 3 доски. Приклею вот так. Вот здесь я еще приклеила тесьму. Здесь бабочка на заборе. Еще я сделала балкончик с цветами. Тоже из картона вот склеила так вот. Простенько. И цветочки. Сейчас приклею вот так под окно. Еще вот здесь вот я покрасила краской. Так немножко коричневой тоже. Чтобы была как крыша. И вот здесь вот еще немного сзади вот эти места тоже покрасила краской. Вот наш чайный домик готов. Теперь можно закладывать чайные пакетики. Все пакетики убрались, еще осталось даже место. Смотрите, еще можно положить.
А сюда заборчик можно вложить конфеты. Достаем пакетик и пьем чаек с конфетками. Такой домик может быть уникальным подарком вашим близким и друзьям. Такой подарок точно не останется незамеченным. Всем пока! Подписывайтесь на канал и работайте всегда только с хорошим настроением, и у вас обязательно все получится.